Погорижный. Хороший розыгрыш, бросок, гол! Шмелев! Опять передача на пятачок. Проходит, и она взлетает в воздух. Ну как же так? Просто из ничего с одной стороны пропускает эту шайбу. Хотя, конечно, взаимодействие было ведущего звена сочинцев. Шмелев, да? Разворачивается, резкость неудобно. И гол, пожалуйста, Масалев. По-моему, все-таки Масалев. Шайба катилась, катилась, но не докатилась после броска Шмелева. Так, опасный момент. Гол, Шмелев. Шмелев пробивает Аскарова. Вот первая пропущена Аскаровым шайба в континентальной хоккейной лиге. Один в один надо обыгрывать, да его объезжает просто Шмелев и забивает. 1-0. На второй минуте овертайма Сергей Шмелев приносит победу сочинской команде. Передачи не дождался, а вот отскок его. Он бросает и забивает. Ничего себе. Сергей Шмелев. Бросок на самом-то деле совершенно с неубойной позиции. Обошлось, обошлось в этом моменте для хозяев. Какой момент? Передача и гол! Сергей Шмелев приносит победу Сочи!